последний раз. Здесь будет много радости и капелька печали. Они от нас уходят в первый класс. Такой большой и интересный здесь открывается для вас. И вашей первой ступенью будет первый класс. Старайтесь не забыть, чему здесь научились. Растите честными, любите школу, класс. Счастливого пути вам, доброго начала. От всей души мы поздравляем вас. Мы дорогих гостей сюда позвали на праздничный прощальный наш концерт. И чтобы получить сегодня в этом зале возможный мир загадочный билет. Любое воспитатели родные помашут след своим выпускникам. За нас не бойтесь, мы уже большие, и за заботу благодарны вам. Баля вас да дурак мать, бабча да ощущий лад, безнешат камбахатле у синдет юрешеле. Бабча да га палат, высызны пик яратык, сызге гульзельше шеклерны, ин матурларын таптык. Гуси игле бакша безне, бер кайшан ынтмабыз, бакша да га дуслар белен, без бүген кушлашабыз. Гуси игле бакша без, сау былыгыз, аман. Солнце веселое, утром проснулась, глядя в окошко, мне улыбнулась, сказала лаская теплым лучом, давай умывайся, встали, пойдем. Сегодня прощаешься ты с детским садом, не стоит грустить, ведь друзья будут рядом. Вот мы и выросли, и нас ждет в школе самый первый класс. А помните 5 лет назад, как мы ходили в детский сад? Да что-то не ходили, в колясках нас возили, на ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели. Я помню, плакал каждый день, всю маму ждал, в окно глядел. А Настя с соской уходила, кто-то папельсы носил. Да все мы были хороши, ведь что с нас везет, малыши. А я такое вытворял, в обед над супом засыпал. А если мы не спали, на ручки нас качали, послушали бабушки, поем и глазки закрывали. А помните, я из песка большие строил города? Мы все кулички пекли не очень гладко, как смогли, как весело играли, друг друга угощали. Спасибо. Любили мы песком кидаться, любила Софья обниматься. Такими были шалунами, дрались руками и ногами, а кое-кто даже зубами. Не прощай нас, детский сад, не забудь своих ребят. Путь вперед над знанием ждет, школа всех зовет. Раздвинет звонок веселый, и мы встретимся со школы.
А сейчас предоставляем слово нашей любимой и уважаемой заведующей Гороховой Юлии Михайловне. Спасибо. Дорогие дети, уважаемые родители, от лица всего нашего большого коллектива детского сада 408 разрешите нас поздравить с таким праздником, выпускным утренником. Сегодня мы, наверное, можем подвести итог всей той работы, которая проводилась с детьми в течение кто в полтора года, кто в два. Но поверьте, я всех ваших детей знаю по имени. Кто ест, кто не ест, кто спит, кто не спит. Вы это прекрасно знаете. И от всего коллектива мы вам желаем, дети дорогие, будьте здоровы, учитесь хорошо, на четверки и пятерки, уважайте свою учительницу, любите своих родителей. Всего вам самого хорошего, добрый путь. И, конечно же, 1 сентября мы вас ждем в формах и с портфелями в детский сад. Всего хорошего. Чай.
наши дети, а были когда-то такими же малышами. Пройдет лето, наступит осень, и ребятки наши пойдут в первый класс. А кто же за ними будет присматривать после урока? Думали мы, думали, решили мы с Азатой Львовной дать объявление в газету из рук в руки. Требуется гувернантка для хороших детей. Обращаться в любое время. Thank you.
каждый день будете делать такую гимнастику, то хорошее, крепкое здоровье я вам гарантирую. И никакой там ниндзя. И в этом вам будут... Завидовать будут они вам. Лопнут от злости. Так, ну ладно, что-то у меня еще и мысли путаются. Вообще, какая-то мука воспитывать. Так. Сейчас мы с вами займемся вокалом. Дети, сейчас вы все громко должны спеть ля-ля-ля. Все поняли? Вот аккомпанемент, пожалуйста. Распеваемся. Ля-ля-ля. Извините меня, но ваши дети совершенно не умеют петь. Что вы, Фрекенбук, наши дети замечательно поют. Вот послушайте песню, которую они исполнят для своих любимых воспитателей. Ну не знаю, конечно, я послушаю. Мы на глазах у вас.
родители гордились! Здорово! Молодец! А еще зачем идти в школу? Деньги зарабатывать! А зачем нам деньги? Нам так нужно. Еду покупать. А зачем еду покупать? Чтобы жить, друзья мои! Ура! Чтобы жить! Молодцы! Молодцы! Да. Ну все, все, у меня что? Голова. На месте, так. Мысли путаются, ну ничего, вы меня, конечно, утомили немножко. Так, селись. Руки на колени. Спины выпрямили. Глаза закрыли. Так. Пока не придет ваша мамочка, не откройте глаза. Я прошу всех спать! Матильда, проконтролируй процесс. А я пойду прогуляюсь в магазин, в гипермаркет, в Ашан. Всем спать! Ребят, вы так и будете сидеть? Нет! Ну надо действовать. Я знаю, что нам поможет. Правильно, Карлсон. Давайте, ребятки, позовем Карлсона. Карлсон! Привет, друзья! А вот и я. Узнали, верно вы меня? Помалкивайте, а я сейчас пойду.
Не говорите ничего. Еще раз. Вперед. Ножку в сторону.
Еще раз. И покружились. Поклон. Молодцы. Устраивайте без кружения. Много я люблю.
Данилы целых три. Одна груша у Надюши. Сколько груш всего? Много, много груш. Хочу груши. Умничка ты моя, 5 груш, правильно. Вторую задачку слушайте. Гол забил ворота Гоша. Дима 3 гола забил. 3 гола забил Артем. Все давайте их сочтем. 100 голов, 100. Ну как тут же опять задачка? Сколько, Снежана? 7. Правильно, 7 голов. И третья задачка. Слушайте, ребятки, внимательно. И на порядке у дубка нашел Игорь 2 грибка. А подальше у сосны он нашел их целых 3. Минуточку. Минуточку. Нет, в лесу еще грибов. Они осенью вырастают. Нет, тут же опять задачка, Карлина. Игорь, ты готов посчитать грибочки? Да. Сколько, Игорь? 5. Правильно. Сколько, ребятки? Кто еще скажет? 5. Правильно, молодцы. 5. Хорошо считаете, молодцы, ребята. Кажется, ваша домоучительница идет. Ну, что-то мне домой захотелось. Пойду и я спрячусь. Нет там никого. Куда он, кажется, наш улетел? А сейчас мы отдохнем, русский танец мы начнем. Сейчас наши мальчики составили слово «парта» и «школа».
Thank you.
они же игрушечные. А я их испугалась. О, как интересно. Замечательно, замечательно. Хорошо, хорошо. Друзья мои, браво, молодцы. Наши дети, кто хотят поставить на свете.
Я когда была молодая, я тоже мечтала. Я лучшее в мире привидение с мотором, съедающее дома правительниц. Что? Дикая, но симпатичная. Вы меня съедите? Да ладно, слезайте уж. Да съем. Что вы? Да съем, если вы не перестанете воспитывать бедных детей. Ну, извините, пожалуйста, кто же тогда их будет воспитывать? Я Карлсон. Я лучший в мире специалист по воспитанию детей. Считаю, наши дети получили необходимую порцию воспитания. Дорогие мои, что же я вам хочу сказать? Я безумно рад, что у вас появился такой симпатичный, обаятельный. Вы вернёте. Мадам, а что вы сегодня вечером делаете? Между прочим, мадемуазель! Thank you.
подошел к концу наш праздник. Пора попрощаться с игрушками. Мы вам очень благодарны, и поэтому хотим вручить скромненькие благодарственные письма за... В общем, благодарны вам за активное участие в нашей жизни. Емельянову Ирину Валерьевну, администрация детского сада, воспитатель группы, благодарят за активное участие в жизни группы. Степанову Надежду Владимировну. Капри.
долго помнить будем вас вместе, обещает. Ирина Сергеевна вымыли стены и полы, и кружки, и посуду. Мы няню добрую свою вовеки не забудем. Заметно зима пролетели года.
Ка Денис и Мусина Алина.